Привет всем! Пока тут разгребаюсь в мастерской, делаю стеллажик для вот таких вот дорогих деревяшек, дуб, ясень, да всякая хрень. Хочу на чердак поставить. Проще тут придумывать уже некуда. Короче, два бруска так и продольные. Размеры у него 1 на 80 м. И крыша покатая. Одна сторона 60 и там 80 будет. Просто ножки. Короче, для сушки дерева само то. Все везде продувается. Сделать его... Вот я сейчас час провозился. Перед работой как раз большой проектик начинать стрёмно. А этот... Все, сейчас их к ножкам присобачу, на крышу затащу и буду деревяшки складывать туда. Размеры тут 80, это я выдумал, что доски все равно только метровые, в это вот такого вот вида, там ясень, дуб продаются у нас, так что хватает. Тут будет, если торчать, это без разницы все. Ну и высота между полками 200 будет как раз нормально, чтобы много не накидывать, потом чтобы не рыться. Должно прикольно получиться. Сейчас я соберу, напихаю туда деревяшки, покажу, как это выглядит. Сейчас у меня хранятся они довольно-таки позорно. Вот здесь в домике эту я полку хочу убрать нафиг. А там груша есть, там всякая. Ну что, пилю материал, туда спихиваю. Ну, бардак там всякий разводится, блин, стрёмно. Поэтому я хочу... Ой, он туда, рядом с глобусом, запихать в угол. Получится, она будет вон там стоять, как раз в этом углу, никому не мешает. Все будет классно, а это ушлёпище уберу. Это бегом делал, надо было... Материал уже был, а полки куда складывать не было. Так что переделываю. Ну, глядим дальше, какой порядок потом будет. Так, ну что, вляпал я полочку свою. По размеру она получилась, если эти три посчитать, 3 метра на 80. А в той 60, не, 50. 50 на 2, 50. Короче, даже больше места в ней получится. Так что полезно. Так, ну что, сейчас буду загружать. Покажу потом. Блин, места тут нету, даже отойти с камерой. Издалека никак. Так, ну что, напылил тут. Все влезло. Умотался туда-сюда лазить по лесенке. Вот весь мой материал, блин. Тут еще елки маленько есть. Так что... Полезная вещь получилась. Эту освободил, сейчас ее разберу, выкину. У кого большие мастерские, будет прикалываться, типа, нафиг надо. Но в большой мастерской остается тоже куча мельчайших обрезков, которые выкинуть жалко, блин. Плюшкинизм-то все время побеждает. И потом не знаешь, куда сунуть. А такую можно в любой угол, где место есть чуть-чуть свободного. Все равно остаются обрезки, огрызки, там всякая мелочевка. И складываем. Потом залез, выбрал, что надо. Остатки опять в полку. Тут все нормально получилось. По сортам даже. Акация, груша. Тут у меня яблоня. Это ясень, сверху дуб, бук. Ну, тут эти приблуды с фрезера, еще и две ноги от стола икеевского. И груши там вон эти. Чурочки еще тоже уже досохли, скоро буду точить что-то с них. Так что полезная получилась приблуда. Делайте тоже, у кого угол какой свободный есть, сразу... Иначе
Можно загадиться так, что дальше некуда. Ну, всем пока, пойду то разбирать. До новых встреч в эфире.